Всем здорова, народ, попали на мой канал Дядя Никит. Сегодня с вами будет новый интересный видеоролик, пацаны. Как вы видите, я приоделся, так сказать, я в пиджачке, у рубашечки. И сегодня, пацаны, у нас с вами будет ролик информативный про меня, скорее всего, который не залетит, но искренним подписчикам, которые искренне сидят за мной, будет интересен такой, пацаны, контент, формат. И если вам так зайдет, то я сделаю вторую часть 50 фактов обо мне, и будет интересно. Меня зовут Чернов Никита Андреевич, пацаны. Это первый факт, все прекрасно это знают. Долго не буду задерживаться на фактах, просто буду как бы говорить, да. Мне 17 лет, в 2022 году будет 18. Я болею за Спартак с 2014 года. То бишь уже будет в 2022 году 8 лет, пацаны. Я очень сильно люблю чай, пацаны. Если вы тоже любите чай, то он, скорее всего, не так сильно, как я. Я его пью просто как не в себя. Скорее всего, это даже литры. То есть, чтобы вы понимали, я воду вообще не пью, я ненавижу воду пить. Я люблю только чай, пацаны. Я перфекционист, очень жесткий, и если какие-то вещи меня напрягают, я прям даже в обществе могу это сделать, то есть в метро, например, если меня что-то прям раздражает, я прям возьму, там подойду и что-то сделаю, пацаны. У меня есть, была своя команда Древкосила с 18 года, то есть я ее создал в 2018 году, и она проиграла, в принципе, очень неплохо, так 3 года она прожила, до сих пор, кстати, живет. Этот мой канал является самым лучшим моим в истории Ютуба, потому что у меня был первый канал, который я продал, на нем было 1700 подписчиков, 1700, и этот канал его полностью перегнал, то бишь в этом месяце, буквально совсем недавно, мы побили рекорд, и теперь мы идем дальше. Так что подпишись на мой канал, чтобы побить вообще все рекорды. Давай 2000 до конца года. Я обожаю шоу ЧБД, я пересмотрел все выпуски, все максимальные нарезки в ТикТоке с ними, все-все-все, и, блин, честно, хотелось бы когда-нибудь однажды встретиться с ними, просто обсудить, поговорить, так сфоткаться, ну, чисто, знаете, вот так вот покайфовать, потому что обожаю этот проект, и считаю один из лучших проектов вообще на Ютубе на данный момент, который постоянно в тренде и вообще всегда набирает аудиторию. 10 факт, я сижу в ТикТоке 24 на 7, в Ютубе и во всех социальных сетях. Я не могу просто провести ни дня без социальных сетей, потому что я постоянно слежу за активностью, за еще чем-то, смотрю видосики, что-то делаю, мне это все нравится. В 2021 году, пацаны, я переехал. Я переехал спустя 16 лет, я 16 лет жил на одном районе, то бишь всю свою жизнь, и вот так вот, пацаны, получается, как то бишь всю свою жизнь, то есть я один год жил в другом доме, то есть у меня это, получается, третий мой дом, но первый дом я не застал, потому что мне был всего год, мы переехали, когда мне был год, и потом я 16 лет, пацаны, жил в одном доме, и в итоге я переехал, получается, в 17 лет, пацаны, в дом, я был в квартире все это время, сейчас в доме, пацаны, переехал. Я обожаю музыку, пацаны. Ну и 13 факт, что я обожаю Моргенштерна. Дико его обожаю, все песни переслушал. И, блин, не знаю, ну просто обожаю. Ну реально, ну это лучший, пацаны, музыкант на данный момент, потому что никто, как он, сейчас так вот не делает. Мой рост 174 сантиметра, мой вес 55 килограмм, пацаны. И у меня очень жесткий недобор веса. Чтобы вы понимали, в моем возрасте, при моем весе, росте, надо весить около 60-70 килограмм. Я даже не добираю, пацаны, я очень много не добираю. Мне, значит, быстро обмен веществ. Класс. 16 факт, из мобильных фиферов я смотрю Сборца, Русиса, Влада, ну и, конечно же, легенду мобильной фифы, Аш, Фифа Мобайл, Стронга и Ванса, пацаны. Я учусь на третьем курсе в колледже, пацаны. Это мой последний курс, последний мой год, и я получаю диплом в этом же году, ну, в 22-м, получается, последний курс, и буду я уже дипломированный, пацаны, специалист по своей специальности, you know. Я закончил 9 классов образования и пошел в техникум. Ну да, это еще один факт. У меня есть две кошки, пацаны. Две кошки. Была одна, стала две. В 2020 году я даже на это влог снимал. У меня две кошки. Я москвич, стопроцентный, коренной, но люблю больше всего другой город. Вы можете написать в комментариях или попытаться отгадать, какой город я люблю больше Москвы. Потому что мне не нравится Москва тем, что слишком много шумихи, быстроты вот этой вот всей, вот я это все не люблю. Ну, этот факт не обязательный, в принципе, я его могу не говорить, но 21-й, то, что я уйду с Ютуба в 22-м году. Пацаны, моя бабушка героиня просто родила 16 детей. Пацаны, 16, просто 16. Кто-то даже одного не может, а тут 16. Поэтому, получается, у меня 16 дяди и тети, пацаны. Я занимался тэквондо, пацаны, 3 или 4 года, и у меня даже есть какая-то бумажка, специальность, такая штучка, что типа я был тэквондистом и мог даже стать мастером спорта. Кстати, на это я тоже снимал видосы, пацаны. Я попал в видео своего кумира Тимура Сборца, которого я смотрел еще очень давно, и я даже просто представить не мог, что вот так вот просто возьму и попаду так просто. Причем Тимур мне сам написал, типа, давай ты поможешь там в это, и в итоге вот, пацаны, вот так вот попал бесплатно, ни рубля не заплатил, попал в ролик Тимура Сборца, это просто гениально, пацаны. Считай, мечта выполнена.
Пацаны, я амбидекстер, я левша и правша, то есть я левый, например, там пишу, пью чай, еще что-то делаю, да, вот, а правый там я бью по мячу, еще что-то делаю, и короче, пацаны. Пацаны, я это видео решил разделить на две части. Если вы по этим роликам поставите очень много лайков, проявите актив, и также не забудьте поздравить меня обязательно в комменты, то я выпущу вторую часть 50 фактов обо мне. Сегодня я уложу 24 факта, очень хорошие, грамотные, может быть даже 25, просто там где-то не досчитал. Давайте поставим под этим роликом реально очень много лайков, проявим хороший актив, и будет вторая часть рубрики 50 фактов обо мне. Я сначала хотел сделать одним видосом, но потом я понял, что слишком много интересных фактов, про которые, скорее всего, многие потом забудут, поэтому решил сделать две части. Жду от вас актива. Ну и еще раз спасибо всем большое, пацаны, кто продолжает смотреть по сей день. 5 лет на ютубе. 5 лет, пацаны. Кто-то спустя полгода сдувается, я 5 лет, пацаны. И совсем скоро я сниму видео, чего я успел добиться к 2022 году на ютубе.